Здраво! Меня зовут Мирка Здравич. Авиакомпания «Победа» закупит тренажеры для своей школы бортпроводников на сумму в 500 000 рублей. Ну и что такого, думаете вы? Поддерживать физическую форму в условиях, когда у авиакомпании не лучшие времена, вполне логичное решение. Да вот только это весьма необычные тренажеры, и тренируют они мышцы лица для более выразительной улыбки. Главная улыбка. Компания разместила заявку на портале госзакупок. В документе говорится, что компания объявила тендер на поставку 3000 тренажеров для тренировки мышц лица и улыбки Silicone Face Slimmer или ее аналог. Безупречная улыбка бортпроводника – наш стандарт. Мы растем, а все тренажеры индивидуальные. С учетом стратегии роста у нас большой набор в собственную школу. Хотим, чтобы навыком шикарной улыбки обладали все выпускники школы без исключения. Сообщает телеграм-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-релиз «Победы». Это попросту означает, что вы будете улыбаться до конца вашей жизни. Отлично. Однако, несмотря на такой шаг в сторону клиентоориентированности, многие пользователи сети не оценили финансовый вклад компании. Мол, претензий к авиакомпании хватает, ведь сервис далеко не идеальный. Да и сам тренажер вызывает вопросы. Уж больно он напоминает орудие инквизиции или товар из магазина для взрослых. К тому же, как сообщала BBC пару месяцев назад, компания «Победа» отправила сотни пилотов в неоплачиваемый отпуск до конца года. Особенно не повезло пилотам со стажем менее 5 лет. Они должны будут вернуть деньги, которые компания потратила на переучивание летчиков. А ведь стоимость обучения пилота составляет около 1,5 миллиона рублей. Это уже не смешно. Похоже, работникам компании «Победа» действительно нужны тренажеры для видимости улыбки на лице в столь непростое время. До скорых встреч!